Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Шмот. Это уже вторая книга в Пятикнижии Моисея, дорогие друзья. Итак, прошлая недельная глава и вся книга Берешит закончилась смертью Йосефа, и тем самым завершилась и эпоха наших праотцов. А раздел «Шмот» — это первый в одноименной книге, начинается с рассказа о порабощении нашего народа в Египте. Боясь их быстрого численного роста, фараон велит повитухам убивать новорожденных еврейских мальчиков. Но приказ не выполняется, дорогие друзья. Тем временем у супругов Йохевед и Амрама из колена Леви рождается сын Моше, будущий законоучитель и величайший пророк Израиля. Стремясь спасти младенца от неминуемой гибели, мать кладет его в просмоленную корзинку и пускает по течению Нила. Ребенка находит дочь фараона. Она усыновляет его и по предложению Мирьям, сестры Моше, берет в кормилицы мать ребенка Йохевед, но не зная об этом. Проходят годы, и однажды молодой египетский принц Моше становится свидетелем того, как египтянин жестоко бьет еврея. Моше убивает египтянина и, спасаясь от возмездия, бежит в страну Мидиан. Там он выручает из беды дочерей местного священника Итро и женится на одной из них, Ципоре. В то время он жил уже в Мидиане, далеко от своего народа, испытывающегося страдания в Египте. Он был пастухом и каждое утро выходил на пастбище с овцами своего тестя Итро. Однажды, дорогие друзья, Моше увидел странное явление. Колючий куст терновника горит в огне, но не сгорает. Хотя обычно это происходит за считанные секунды. Он понял, что это чудесное явление, и он приблизился, чтобы лучше увидеть, а затем услышал голос из куста: «Сними свою обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». Шмот 3:5. Итак, Моше, стоя босиком на земле, был возведен в должность спасителя Израиля и получил задание отправиться в Египет и начать процесс избавления, который изменит весь наш мир. Важно отметить, дорогие друзья, что подобное указание было повторено преемнику Моше вскоре после того, как наш народ Израиля перешел Иордан и вошел в землю обетованную. Йошуа бин Нун стоял под Ерихом и раздумывал, как он сможет прорваться через его огромные каменные стены. Вдруг он увидел перед собой загадочную фигуру. Йошуа спросил незнакомца: «Наш ли ты, или ты из неприятелей наших?» И тот ответил: «Сними обувь твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты стоишь, свято оно». Йошуа 5:13-15. После того, как Йошуа бин Нун остался босиком, его собеседник, оказавшийся ангелом Всевышнего, объявил о неизбежном падении Иерихона перед воинами Израиля. И тут, дорогие друзья, возникает вопрос: что это за проблема с обувью такая? Тем более, что нет более важной вещи, чем обувь. В конце концов, та же Тора, которая повелевает Моше снимать обувь и коинам ходить босиком по храму, вдохновляет человека покупать хорошую обувь и оберегать свои ноги. Наши мудрецы говорят: пусть человек продаст последнее, что у него есть, но купит обувь для своих ног. Талмуд, трактат Шаббат, 129b. Итак, что символизирует наша обувь? Заповедь мудрецов продавать последнее, чтобы носить обувь, дорогие друзья, имеет глубокий смысл.
Это заповедь об обособлении человека от земли, то есть отделении его от земли, головы от столкновения с материей. Она призвана напомнить ему, что он работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. Согласно Каббале, внутренняя часть Торы, обувь предназначена для того, чтобы возвысить человека над материальным и напомнить, что он является посланником в большом мире и призван возвысить этот мир и сделать его лучше, что это лишь инструмент на пути приближения к Всевышнему. Наша вера, дорогие друзья, не отрицает материального успеха, но она же и требует, чтобы этот успех был частью напряженной работы по улучшению святости мира. Вот почему человек должен надевать обувь, выходя из дома утром, чтобы помнить, что жизнь – это, так сказать, инструмент, а не конечная цель. Это работа, это миссия, а не просто карьера. И, следовательно, взаимоотношения при встрече с материей, в процессе еды или питья, в наслаждении и удовольствиях от мирских дел, в личной жизни и во всех ее переживаниях, дорогие друзья, это в каждый момент задача, превращение материального в духовное. Питаться необходимо, но делать это нужно очень аккуратно и строго соблюдая законы кашрута. Нужно жить семейной жизнью, но как верующий человек, так чтобы сближать, так сказать, нас всех. На практике это означает завершить определенный период времени и сделать, например, пожертвования на благотворительность, найти время на работе, чтобы остановиться и помолиться, установить время в своем расписании для урока Торы, остановить работу бизнеса, например, в конце недели для соблюдения шаббата и выделить время для общения со своей семьей. Другими словами, дорогие друзья, сбросить обувь. Этого я нам всем и желаю, чтобы у нас была возможность это сделать. Браха вацлаха, всяческих благ. Шалом, ваш раввин Каплан.